Всем снова привет. Я продолжаю ночной объезд, ночную свою инспекцию по Окленду. Много нареканий, несовершенный город абсолютно. Вот. Надо работать, есть над чем работать, конечно же. А сзади меня находится один супермаркет известной сети Countdown. Я вас буду так потихонечку знакомить с Новой Зеландией, с ее порядками. Так вот, Countdown – это австралийская сеть супермаркетов. В Австралии есть такая сеть супермаркетов Woolworths. У них порядка 890 магазинов по всей Австралии. Это продуктовые магазины, типа нашего Magnum, грубо говоря. Вот. Да, даже уровень, наверное, не Magnum, потому что Magnum все-таки больше cash and carry. Здесь что-то уровень южного, либо такого вот, что-то южный. Аян, да, наверное, Аян больше подходит. Вот, таких гипермаркетов по Новой Зеландии 180, они принадлежат австралийской компании Woolworths, но так как, и раньше, кстати, до 2014 года они назывались Woolworths, но так как новозеландцы очень гордые люди, маленькие гордые птички, они не любят все связанное с Австралией, поэтому это было переименовано в Countdown. Вот, это, кстати, один из немногих Countdown, который работает круглосуточно 24/7, что крайне редко для вообще супермаркетов здесь, потому что здесь в основном все работают до 8, до 9, ну, до полуночи. Американские магазины, вот, например, Kmart, они работают до полуночи, а этот товарищ работает круглосуточно, что удивительно. Кстати, я подавал на одну работу в Countdown, мерчендайзер, это раскладывать продукты по полкам, мне отказали, ссылаясь на недостаток опыта. Я не понял, какого опыта им нужно от меня. Вот, но я не расстроился, я просто понял, что придет время, я куплю эту сеть и разорю ее нахрен. Либо мы ее национализируем и воткнем в структуру какой-нибудь новозеландской группы. Так что я достаточно оптимистичен. Все, кто меня не берут на работу, рано или поздно об этом пожалеют. Они просто сейчас об этом еще не знают. Вот. Так что вот так, я сейчас нахожусь в центре города. Там вот сзади меня находится порт. Тут сейчас плохо что видно, да, честно говоря, я и сам тут плохо что-либо вижу, потому что у нас идет дождь, и не очень удобно сейчас смотреть. Вот, ну, в общем, как-то так.